забил номер 27-й Сергей Рогачев. Мяч в ворот команды «Динамо» забил Алексей Жданов, номер 50. Рассчитывали на поражение. Вот. Задача была набрать максимум очков в двух домашних матчах, но, к сожалению, забив быстрый гол, как бывает, сели, не стали дожимать, хотя знали, что и акклиматизация, и то, что действительно команда соперника будет играть на нашем искусственном поле, а там они принимают на естественном, надо было здесь все-таки дожимать и забивать второй гол. Но сели, считаю, конечно, первый гол грубейшая ошибка вратаря. К сожалению, может быть, она и передалась защитникам. Мы второй гол тоже моментально пропустили при тоже глупых ошибках, которые мы постоянно стараемся искоренять. Во втором тайме вышли
заряжена для того, чтобы не только отыграться, но и выиграть. Но, к сожалению, в футболе бывает и такое, что прилагая, так сказать, максимум усилий, не смогли реализовать те моменты, которые были. Вот. Не забили, ну, что же, это футбол. Без поражений нет победы.